Ты за красных. Ну давай я за синих. В слоте. Кабинем. Кабинем. Ты патч-то поставил, заметил, кабина поменялась. Не, какой патч? Ничего не ставил. Ну то есть офлайн ты не запускал. А чё там? Ну ладно. Повоюешь по-старому. А в чем разница? Сообщи. Увидишь сам. Ну, сообщать. Окей, сегодня поставлю. Блять, я забыл, как у меня пушка включается. А, вот, нашел. Да я давно не лила, я себе джойстик перенастроил просто. И забыл, где у меня заветная кнопка. Что-то у меня какое-то небо квадратиками, все, что за хуйня. Блять, и что-то дергается все. И еще кто-то на хвосте сейчас стрелять будет. Ну я постараюсь. Ты уж не могу. Ты уж постарайся. Да. Ну чё за хуйня-то, ну? А ты жив? Да нет, мы убились. Ну я-то жив. Ну ты убился. Пока еще нет. Но у меня что-то все отваливается. Я уже в слоте. Готов. Надо свою лень засовывать куда-нибудь подальше. Блять, чё у меня стрекер? А, кабель. Понятно.
должен был что-то выбить. Ненавижу, сделали хуйню такую. Навел все, когда захватываешь, не видно, где конкретно находится марка захваченной цели. Просто вымораживает. Я тебе что-нибудь выбил? Нет, или так, что-то выбил. Ты какой-то прям этот был. Последний из магикан. Неубиваемый. За ошибкой, честно говоря, вот это вот исчезновение марки, я, то есть, вижу, что я захватил, но не вижу где. Ну, ты, наверное, заметил эту фигню. Ну, ты как-то потерялся, да. Да, не в этом дело, на ЛС марка указывает вектор, а ее вдруг внезапно нету. То есть, она где-то там за Илсом, то есть, надо как-то подглядывать, без трекера это невозможно сделать. А, ну да, тебе нужно просто головой тут влево, ну, да, покачать. Верно.
душа, блять. Тормаживает, что ли, прям фризит. Блин, ты уже сзади, что ли? Ну, где мне еще быть-то? Херить. Thank you.
А, ну да, забыл. Теперь же самолет летает без крыльев точно. Я совсем про это забыл. Без обоих, что ли? А, ну да. Ну, у тебя теперь аэродинамика лучше, как бы. Да, сопротивление-то меньше. А где ты? А, вон, вижу. Ну давай, сейчас я еще тебя сделаю тут на высоте. Я как будто за ракетой какой-то ядерной гоняюсь. Ты снимаешь, да? Слушай, это? А сейчас я крылья твои вижу с определенного ракурса. Да, прикольно. Как будто они есть. Сейчас и... поближе подойду, их не будет. Ну вообще эпично, конечно. Ладно, пора эту фигню заканчивать. Я ж думаю, ты не против, если я выстрелю? Ну, конечно, ты главное попади. О, опять крылья исчезли, вот теперь хер попадешь. Блин, в натуре, а? Чё ж за фигня-то такая? Сейчас, подожди, мы проверим критические углы без крыльев. Вообще... Смотрю, походу все, кто пытаются зайти на сервер, проверку целостности обычную не проходят. А-а-а, всех выкидывает? Ну, судя по всему, да, так это. Ну вот что, не догонишь, что ли? Да я все рядышком, ну, понимаешь, в ракету попасть сложно, а издали, когда у тебя есть крылья. Зато у меня, смотри, какой-то шлейф огня там. Прям, да, можно шлейф поним... есть. Атаки, вот мне интересно. 10. А перегрузка была, когда ты сейчас этот маневр делаешь? Но и темно было. Давай быстрее, мне сейчас топливо кончится. Ну так это же замечательно. То есть у тебя стабилизаторы там, судя по всему, работают, да? Ну, в каком смысле? Ну ты так хорошо маневрируешь, что я... Да, у меня рули вообще отлично работают. Хвост цел. Слушай, что-то у тебя там отключилось. Ну еще один. Смеешься? У меня все отключилось уже давно. О, нет, крылья. Какой у тебя угол атаки сейчас реально? 10? Крылья потухли. А но вот сейчас 15. 15. А перегрузка 6. Угол атаки 10. Перегрузка. 6. Ну вот попал я и пофигу абсолютно, судя по всему. Ну ты попал просто в крылья, которых блять. Нет, понимаешь? Ой, а что это у меня закрыл? Да, закрыл. Улетел ты куда-то далеко. Че, вылетел что ли? У меня почему-то вышел на рабочий стол. Ну ладно, давай закончим.